Так, будем кормить лебедя. Будем кормить лебедя. Вон какой у нас красивый лебедь. Вообще сказка. Угу. Какой красивый у нас лебедь. А ты не хочешь с рук его покормить? Он, по идее, может и с рук кушать. Да. Наклони. Ой, какой хороший, какой хороший кадр. Папа садился на курточке и его кормил. Ой. Намочи, намочи, да. А, ну да, он их мочит, чтобы это было удобно. Ну давай, бери, солнышко. Вот, молодец, хороший такой. А вот смотри, у него крылышки такие, там потом птенчики их не будут плавать. Это, наверное, мальчик, да? Не знаю. А, ну, девочка там, по-моему, яйца высиживает, они. Ты посмотри, прямо голодный солнышко такой, голодный. Он даже не шипит. Иногда они шипят, а сейчас даже... Этот шипит. А? Этот шипит. Ну, я говорю, что они шипят иногда, но сейчас даже не шипит. Она сильно голодная. Ой, ты посмотри. Вообще не боится людей. Так привык, и так люди к людям привык, вообще не боится. Ему имя придумать. Они же уже здесь сколько лет у нас. Вот. На еще. Давай, Вовка, ему придумаем имя. Ну, придумай. Ну, чтобы называть как-то, то лебедь, лебедь. Он же здесь сколько уже? Несколько лет. Они, эта парочка у нас. Надо придумать им имя. Вообще, солнышко. И что, Василий Никитич, что-то поймал? Я одного поймал. Я сейчас приеду, мне надо... Да что, ничего не поймал? Это так море шумит, наверное. Такой пищник, вот ракета. Так, ну что? Что-то поймали тут? Ну где там? А, вот, смотрите. Бычочки немножко поймали. Чуть-чуть совсем. А, и тут... О, так, о, так, Максим! Ты так и немножко поймал. Тут хорошо прямо. Немножко, немножко. Кошечка, кошечка тут ловит с вами. Да, она тут контролирует. Подворовывает, да? Да. Понятно. Ну, что поделаешь. Вот сколько у нас тут рыбаков. Ай, лебедь наш. Что? О. Поймали, поймали трошки. Маленькие. Может, я голодный, я беру этот хлеб за 10 рублей. Малыш, кирпич малыш, понял? И даю ему сейчас там мятку, что так можно кидать, чтобы он... Вот. И он его весь съедает, когда он голодный. Так тут тоже он много съел всего? Ты... Ну, не, немного, не, он не голодный, сейчас все, хватит. Он не голодный, потому что баба на рыбе его с утра кормит. Да, это его... Так его, что думаешь, одна женщина кормит? Его много кто кормит?
Не, ну та именно шла, ладно, такое, как будто, я не знаю, на неделю. Да, ну, любят. Откармливают. Откармливают, да. Любим мы наших лебедей. За кадр, если что, на холодец попросить. Да, конечно. Все. Ну вот он наш красавец, красавец. Вообще сказка, не лебедь. Скоро у них будут птенчики. Ты посмотри, какой ты красивый мальчик. Такой красивый. Серёжа, Вова, кинь ему, он еще что-то, по-моему, хочет. Он еще не наелся. О, видишь, он не наелся еще. А тут дно прямо у этой самой трошки, это, ну, не глубоко, но добавилась немножко водичка. Завтра тоже надо что-то принести для них. Может, вторая девочка будет. Красивый такой мальчик. Ну, какие у него крылышки. Прям ты посмотри. Большущие.